Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 60. Луч BD делит угол ABC на два угла. Найдите. Давайте сразу изобразим угол ABC. Это луч, например, будет BC и луч BA. Угол ABC. BD делит угол ABC на два угла. Значит, он проходит внутри угла ABC. Ну вот, например, вот так. BD. И теперь мы отвечаем на вопросы. Вопрос первый. Найдите угол ABC, если угол ABD 54 градуса, угол CBD 72 градуса. А найти нам нужно угол ABC. Ну, по свойству градусной меры угла, угол ABC равен сумме углов. Углу ABD плюс угол CBD, и это будет равно 54 градуса плюс 72 градуса, это будет 126 градусов. Второе. Нужно найти угол CBD, если известен угол ABC 158 градусов и угол ABD. АБД 93 градуса. Угол АБС равен сумме углов АБД и СБД. А тогда мы можем записать, что угол... Нам нужно найти, давайте, угол СБД. Нужно найти. Угол СБД будет равен разности угла ABC минус угол ABD. ABD. Тогда это будет 158 градусов минус 93 градуса. И это будет 65 градусов. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.